Минпромторг предлагает отменить запрет на продажу алкоголя на розничных рынках, в киосках, на территориях спортивных объектов и в санаториях, а также легализовать продажу через интернет. Такие предложения рассмотрят на ближайшем заседании рабочей группы при Минэкономразвитии. Как отмечают в докладе, все текущие меры лишь наносят удар по мелкой розничной торговле и увеличивают долю нелегальной продажи алкоголя. Так, за последние 3 года в России из-за ограничений по продаже алкоголя было закрыто более 12 тысяч розничных магазинов, 6 тысяч кафе и ресторанов и несколько десятков тысяч киосков.